15 раз, буквально 4-5 проехал. Добрый вечер, меня зовут Кравчик Роман. Я предлагаю к реализации систему автоматического бюджетирования на основе блокчейн. То есть это система, которая позволяет распределять входящие платежи электронных валют, криптовалют по заранее определенным правилам на другие кошельки. То есть для чего это, почему эти правила, они могут изменяться со временем с учетом консенсуса тех пользователей, которые владеют вот исходным кошельком. Для чего это может использоваться? Например, у нас есть предприниматель, который хочет открыть какой-то веб-сервис и принимать деньги от своих пользователей, оказывать им услуги. Ему нужны инвестиции. Соответственно, он привлекает инвесторов и в качестве как бы гарантии выставляет какой-то кошелек на основе блокчейн на свой сайт. Пользователи перечисляют деньги на этот сайт за его услуги, и часть этих денег идет напрямую инвесторам уже сразу. То есть инвесторы получают прозрачность, а предприниматель реализованную идею. Вот. Причем электронные деньги могут поступать на этот кошелек не напрямую, а через агрегаторов. То есть можно использовать какой-либо агрегатор, который принимает там, рубли, доллары, евро, перечисляет уже в виде электронных денег валюту на этот кошелек, бюджетный автомат, который затем распределяет деньги уже там по расходным статьям и инвесторам. Спасибо.